В 2018 году 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за своего давнего друга и поклонника Барри Алибасова. Тогда казалось, этот брак навсегда. Мы вообще жили хорошо, ладно, дружно и понимали друг друга. В конце 2020-го звездная пара шокировала шоу-бизнес своим разводом. Отношения пары испортил квартирный вопрос. Через год счастливой семейной жизни Федосеева-Шукшина решила отписать мужу свою однушку в Новой Москве, чтобы та не досталась ее внукам. Алибасов, в свою очередь, переписал недвижимость на своего личного помощника. Оскорбленная артистка потребовала от мужа вернуть подарок. Когда я ему сказала, что я подала заявление о разводе, он говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, а ты не сошел с ума? Опомнившись, Барри попытался забрать квартиру у Моцаря. Но не тут-то было. Помощник заявил, что имеет все права на эту недвижимость, потому что он столько лет потратил на то, чтобы угождать капризам престарелых звезд.